устали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. «Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» – так называется выставка, которая открылась сегодня в Национальном музее Тувы в день столетнего юбилея в ЛКСМ. На выставке представлены уникальные фотографии, где отражены хронологические события. Это такие фотоматериалы, как участники комсомольской конференции в Туве, 1924 год, «Ревсомольцы. Город Кызыл», 1926 год, первый областной фестиваль молодежи, 1957. Кроме того, демонстрируются документально-письменные источники, комсомольские путевки, комсомольские билеты, газеты «Молодежь Тувы», «Тыванынган» и «Актары», а также комсомольская атрибутика, вымпела и множество значков. Напомним, 100 лет назад, а именно 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решение о создании Российского коммунистического союза молодежи. Позднее эта организация дважды переименовывалась. В 1924 году ей было присвоено имя Ленина, а через 2 года в названии появилось слово «всесоюзный». В итоге организация стала называться Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи, или ВЛКСМ. В честь векового юбилея 30 октября в 18 часов в Доме народного творчества состоится праздничное мероприятие. С 2006 года в России стартовала программа приоритета «Национальный проект здоровья», в рамках которой возложен на фонд социального страхования родовый сертификат. Талон родового сертификата направлен на улучшение качества медицинского обслуживания нашим женщинам. Выдается талон, значит, с 30-й недели в женской консультации по месту жительства. Талон номер 1 направляется на оплату услуг женской консультации. Талон номер 2 направляется на оплату услуг родильного дома. И 2 талона направлены на обслуживание медицинское детей до года. По программе родовых сертификатов женские консультации получают 3000 рублей за услуги, оказанные женщине в период беременности. Родильные дома предоставляют для оплаты талон номер 2. Им фонд социального страхования перечисляет 6000 рублей за каждые благополучно проведенные роды. За диспансерное наблюдение ребенка в первый год жизни детские поликлиники получают в общей сложности 2000 рублей. Как рассказывают врачи Республиканского родильного дома, благодаря средствам, полученным по программе «Родовые сертификаты», им во многом удалось улучшить техническую базу медицинских учреждений. На средства от родовых сертификатов мы приобретаем столик реанимационный для новорожденных, который первые часы принимается деток, которые после рождения. И КТГ-аппараты, записывающие сердцебиение ребенка во время нахождения уже в родах. Вот такие оборудования на средства от родовых сертификатов. Только за 9 месяцев этого года региональное отделение фонда социального страхования по талону номер 2 роддомам республики перечислило более 28 миллионов рублей. Это весомый вклад в оснащение учреждений родовспоможения новейшей техникой, позволяющей свести к минимуму осложнения во время родов. То, что оснащение родильных домов стало лучше, отмечают и роженицы. По сравнению с первого ребенка, когда я здесь рожала, но сейчас уже современные оборудования. Залог рождения здорового ребенка – это не только работа врачей в родильном доме, но и наблюдение за течением беременности в женской консультации. Своевременная постановка беременной женщины на учет, регулярное посещение врача-акушер-гинеколога, проведение медицинских обследований создает условия для благоприятного исхода родов. Оплата медицинских услуг по талону номер 1 производится фондом социального страхования при условиях непрерывного наблюдения врачами женской консультации 12 недель. В этом году региональное отделение фонда социального страхования по талону номер 1 уже перечислило женским консультациям республики более 7 миллионов рублей. С внедрением программы выдачи родовых сертификатов у нас все-таки улучшилось материально-техническое оснащение учреждений родовспоможения. Также все-таки идут начисления на заработную плату дополнительно медицинскому персоналу. То есть родовой сертификат, первый талон выдается
в женских консультациях, где женщина наблюдается. Последний третий талон родового сертификата мамочки должны отдать в детскую поликлинику. Деньги по этому талону идут на оплату диспансерного наблюдения малышей до года. За диспансерное наблюдение детей до года нам выплачивает фонд социального страхования. Это деньги целевые, и они предусмотрены только на заработную плату. В диспансеризации детей до года участвуют узкие специалисты, которые расположены у нас в консультативно-диагностическом центре, и врачи-педиатры. Программа родовых сертификатов, как одно из направлений приоритетного направления проекта «Здоровье», направлена на повышение качества медицинской помощи женщине и ребенку во время беременности и родов. Цель программы – повышение рождаемости и забота о здоровье детей. А это одно из главных направлений в социальной политике государства. Внешнеторговый оборот Тувы вырос в 7 раз. Об этом глава Тувы Шалбанкарол сообщил на встрече с тувинской таможней в конференц-зале гостиницы «Насай». Так, оборот грузов через тувинские таможенные пункты возрос на 33%. В то же время нарушений возбуждено более 400. В связи с этим Шалбанкарол обозначил, что есть упущения по разъяснению, консультированию граждан. Как сообщил начальник тувинской таможни Игорь Качеев, местными пунктами пропуска активно пользуются предприниматели, юридические лица из Красноярского края, Кемеровской области. Поэтому развитие таможенных пунктов, улучшение их инфраструктуры также является приоритетным вопросом. В общем, объем внешнеторговых операций за 9 месяцев 2018 года составил 4,3 миллионов долларов США. За аналогичный период прошлого года показатель равнялся около 600 тысяч долларов. Экспорт возрос в 27 раз, импорт в 3 раза. Напомним, Тувинская таможня была образована в 1992 году. В ее состав входят 4 таможенных поста в Кызыле, Хандагайте, Цаган-Толгой и Шара-Сур. Кызыл, встречай! Гиббоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите новую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белка, Вятские меха. С 26 октября по 1 ноября в ТЦ ЦУМ. В честь дня компании ТВАС Ясинформ разыграет 20 призов, в том числе годовое бесплатное пользование всех подключенных услуг связи в подарок. Подробно об условиях розыгрыша на сайте www.tuva.ru. ТВАС Ясинформ, твоя республика, твой оператор. Срок акции с 19 октября по 29 октября 2018 года. Не пропустите! Роскошные меха по доступным ценам. Цельная норка от 55 тысяч. С 30 октября по 4 ноября в ТЦ «Меридиан». В прокуратуре Тувы состоялось межведомственное совещание по профилактике и противодействию подростковой преступности. В нем приняли участие глава республики Шалбанкарол, прокурор Тувы Александр Боровков и руководитель следственного управления Тувы Юрий Федотов, также представители правоохранительных структур органов исполнительной власти. Как было отмечено, несмотря на общее снижение количества зарегистрированных преступлений за 9 месяцев текущего года на 21%, число правонарушений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 28,9%. Необходимо отметить, что из расследованных 254 уголовных дел 115 были совершены в этом году, остальные 139 – дела прошлых лет. Рост преступности среди несовершеннолетних отмечен в 6 муниципальных образованиях республики – в Кызыле, Кахемском, Лухемском, Цунхемчикском, Мангутайгинском и Барунхемчикском районах. В основном правонарушения имущественной направленности также регистрируются факты незаконного ношения и хранения наркотических веществ. Также на совещании было отмечено, что преступления совершают несовершеннолетние учащиеся и студенты образовательных организаций. Как сообщили в прокуратуре Тувы, по этому поводу будут приняты дополнительные меры. Управлением Роспотребнадзора Тувы регистрируется незначительный рост заболеваемости ОРВИ. По данным еженедельного мониторинга эпидемической ситуации по гриппу и ОРВИ, за неделю в медицинские учреждения республики обратилось чуть более 1000 человек в связи с сезонными простудными заболеваниями. Так, уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 19,4% с показателем заболеваемости 32 человека на 10 тысяч населения. Рост заболеваемости за неделю составил 6,2%. Наибольшее число заболевших регистрируется среди детей от рождения до 2 лет. Проводимыми в постоянном режиме лабораторными исследованиями случая вирусного гриппа не зарегистрировано. По данным прошедшей недели, план иммунизации взрослых на эпидсезон выполнен на 99,8%, детей на 100%.
Кызыл, отличная новость. Наш город посетила крупная передвижная выставка «Мир обезьян и попугаев». А кому же еще можно прийти в гости с бананами? Конечно же, козырным обезьянам. Здесь на выставке более 15 видов приматов из разных уголков нашей планеты. Макаки, капуцины, мартышки, лемуры и многие другие обезьяны. У каждой свой нрав, каждая думает, что она тоже человек, и поэтому спокойно общается с посетителями. К тому же многих обезьян можно погладить и сфотографироваться на память. А еще вас ждет интереснейшая выставка «Экзотические птицы», которая подарит вам и вашим детям незабываемые впечатления. Уникальные виды птиц, такие как сливоголовый попугай, розовый кокоду, благородный попугай, зеленокрылый ара и многие-многие другие. Приходите на выставку всей семьей и получите заряд положительных эмоций от общения с удивительными существами. «Мир обезьян и попугаев» пробудет в Кызыле до 9 декабря в Национальном музее. По всем вопросам телефон 8 960 778 68 88. Впервые в Кызыле грандиозное развлекательное представление. С 26 октября по 11 ноября столицу Тувы посетит московский цирк «Шапито Звездный» с невероятной шоу-программой премиум-класса «Поколение». Вас ждут самые удивительные животные из разных стран мира. Величественные бенгальские тигры, забавные новозеландские мишки, милые пони, смешные еноты, хорьки и дрессированные голуби. Также «Шапито Звездный» подготовил невероятные яркие номера. Шоу танцующих верблюдов, выступления хаски, веселый клоун, шоу-балет. Уникальные трюки воздушных гимнастов, акробатов, фееричное огненное шоу и многое-многое другое. И это еще не все. В кассе цирка действует праздничная акция. При покупке двух билетов предъявите сертификат и получите третье место рядом в подарок. Дети до 4 лет посещают представление бесплатно. Спешите увидеть невозможное, насладиться увлекательной атмосферой. Купол цирка ждет своих зрителей по улице Кочетова напротив здания Дома быта. Справки по телефону 8 923 552 1132. Осенние каникулы не за горами, и все родители мечтают провести их по-особенному для своих детей. В Гранд-холле «Столичный» с 29 октября и по 3 ноября пройдет двухчасовая развлекательная программа «Осенняя фиеста». Тематические игры, квесты, заставляющие поразмышлять, веселое шоу аниматоров, эксклюзивные кулинарные мастер-классы, невероятное шоу мыльных пузырей и детская головокружительная дискотека. Такого вы еще не видели. В дни открытия и закрытия осенней фиесты в столичном состоится большая отраслевая выставка. Все для детей, от товаров гигиены и правильного питания до сферы образования. Программа обещает быть яркой и насыщенной. Бонусом для посетителей станет грандиозный розыгрыш сертификатов от всех представителей выставки. Не забудьте 29 октября и 3 ноября. А в популярный праздник Хэллоуин, который продлится в столичном с 30 до 31 октября, вас ждет костюмированная вечеринка с квестом «Монстры на каникулах» и наградами за лучшие костюмы. Приходите, и больших, и маленьких посетителей ждет веселый досуг и море приятных эмоций. Развлекательные программы проводятся ежедневно в 11, 14 и 17 часов. Стоимость двухчасовой программы 750 рублей. Справки по телефону 8 923 543 33 99. Наш адрес: улица Байхакская, 6/3. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8 963 209 7000 ровно. По республике переменная облачность, местами небольшой умеренный мокрый снег. В Кызыле пасмурно, без осадка. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью -4, -6. Днем от 0 до -4. Займы под залог авто. Высокая оценка. Быстро и выгодно. Без справок о доходах и скрытых комиссий. 8 963 209 7000 ровно.